Столичная мэрия к мокрому снегу готова. Об этом заявили чиновники на заседании муниципального совета. Метеорологи предупредили, что в ближайшие дни ожидается похолодание и осадки. В период с 3 по 5 декабря Молдова окажется под влиянием циклона, который пройдет поблизости от территории страны. Он принесет осадки в виде дождя и мокрого снега. Мэр столицы поручил ответственным службам отслеживать изменения погоды и своевременно реагировать. Скоро начинается декабрь, пока у нас хорошая погода, даже если на улице пасмурно. Обратите особое внимание на прогноз, чтобы зима никого не застала врасплох. Глава управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов уточнил, что дорожники готовы использовать реагент. В наличии более 20 единиц спецтехники. К работе подготовлены 12 машин ХАКа. На этой неделе мы получим технику, закупленную в этом году. Экономический агент пообещал, что на этой неделе доставят 6 машин и 4 на следующей. Что касается реагента, на складе есть 200 тонн. Всего на этот год мы заключили контракты на покупку 1200 тонн. Ранее госадминистрация дорог сообщила, что готова к зимнему сезону на 70%.